В Сочи прошел очередной саммит стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. В Олимпийскую столицу приехали руководители чрезвычайных ведомств из 6 стран. В первый день мероприятия прошло 3-е заседание совместной коллегии МЧС России, Белоруссии и МВД Республики Казахстан. Открыл совещание заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Он отметил, что местом встречи умышленно был выбран город Сочи. В настоящее время рабочие группы будут разрабатываться, подготовка этих сценариев различных учений. Но все они будут заточены только лишь на одну, на оперативность оказания помощи человеку, попавшему в беду. И при этом, если слаженность действий, которая происходит, как правило, в штабных учениях, да, то хоть в реале, в практике немножечко это отличается. Поэтому мы как раз заинтересованы на то, чтобы центр тяжести перенести на практическое обучение, на практическое повышение мобильности наших подразделений, повышение профессиональной уровня наших спасателей и пожарных. Обращаясь к коллегам, Александр Чуприян отметил, что расширение формата совещания было своевременным и правильным, а также сообщил, что все ранее принятые решения активно исполняются. Все учения, которые планируются на следующий год, их очень много учений в рамках ОДКБ, везде будут присутствовать подразделения МЧС, которые выполняют свою задачу по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по защите населения, по защите военнослужащих. В ходе заседания совместной коллегии российские, белорусские и казахские спасатели обменялись опытом по реагированию на паводковые ситуации, по организации надзорной, контрольной и пожарно-профилактической работы, а также обсудили вопросы совершенствования системы гражданской защиты и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Второй день заседания Координационного совета прошел в полном составе. Представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана обсудили вопросы взаимодействия чрезвычайных ведомств в рамках ОДКБ. На заседании руководители спасательных ведомств обсудили вопросы подготовки кадров для правоохранительных, противопожарных, аварийно-спасательных органов и специальных служб, функционирование единого информационного пространства и использование учебного потенциала базового полигона «Скальный город» Астана. По подготовке спасательных подразделений государств-членов ОДКБ. Главным вызовом нашего времени является растущее число чрезвычайных ситуаций регионального и глобального характера. Вы видите, что мы каждый день видим то, что происходит в наших странах, что для нас, конечно, особо актуально. И мы видим, что происходит в мировом пространстве. Договоренности, достигнутые в ходе заседания, были отражены в итоговых протоколах, которые подписали по результатам встречи. Следующее заседание Координационного совета пройдет через год. Уже известно, что встреча состоится в Белоруссии. По окончании совещания ее участникам продемонстрировали красоты Сочи, а также познакомили с объектами МЧС России и их техническим оснащением. Для этого участникам встречи провели экскурсию по 19-й пожарной части. Мальвина Вагамадова, Юлия Наумова, Краснодарский край.